Система шлюзов для постепенного, смотри, перепада. Посмотри, сколько там выше вода, да? Смотри. И насколько здесь ниже. Делать? Допустим, подошли какие-то Нет, весь этот канал, он везде это, потому что здесь уровень моря, видишь, ниже, не помню, намного, чем вот в озере Мэлорин. Это все в Мэлорин идет. И там, или там, и не помню, где-то выше, где-то ниже. Нет, вот. Я тебе говорю про то время. А, ну вот они делают шлюзы в то время. Вот, допустим, плывут неприятели, они раз в воду и выйдут. Да, да. Да, и такое. И все, и они сидят в мире. И все, ну да, это же канал своими целями рылся, ну, все правильно. Смотри, я думал, это диван на самом деле. В принципе, диван только из бетона. Да, 2 апреля будет музыкальный спектакль на тему бокс. Называется «Боксер». 2 апреля. Спектакль будет? Ну да, с участием двух боксеров. Ну, актеров-боксеров. Ну да. И хвост, и крылья, и нос. Да, все издалека, чисто утка. Да, но это есть утка. Это ж так, надо навернуть шины. Ну я вот эту кофеек сейчас тут попьем, пойдем дальше. Цены. 630 тысяч крон, вот эта фигня. 63 тысячи евро, грубо говоря. Вот эта вот хибарка. Ну там еще пристройки эти, там, ну они нафига эти нужны. Это хибарка такая, да? Слушай, ну вот. За 5... 1 150 000, это... 115 тысяч евро. Офигеть. Вот за 1 000 000 это уже продали. И ведь покупают? Да. 1 000 000. Вот это, смотри, здесь вот 4 комнаты. Сколько тут? А, ну площадь 18 260 земли. Тут дофига земли еще в придачу. Ну, нафига это здесь? Да, кому не знать земли. А, вот церквушка, которую мы издалека видели. Это две машины наши, да? Да, она справа у нас. Машина справа. Да? Это площадь. Подожди, это церквушка, которая... Вон та красная вон. А, ну да, вот шпиль. Да, вон там у нас машина. Да, вот где-то. Площадь. Ну, такая. Впечатляет. Что, давай сюда зайдем, посмотрим. Зайдем. Вот, тут, тут туда, слушай, туда большой площадь. Центр, я бы сказал, да. Сегодня, да? Да, да, уютненький такой, приятный. Да. Архитектура разнообразная. Смотри, вот справа какие дома. Да. Очень много такой старой постройки дома. Да, вот да? Взять похоже на испанскую кладку, помнишь? Там такой известняк был наподобие. Слышишь, а? Смотри, вот тоже справа. Вот тоже такой. Старый дом, да. А еще старая надпись осталась, видишь? Угу. Актибулагет Робертс. Фабрикин. Я тоже, небось, ну, короче, вот фабрикант какой-нибудь. Ты же тоже в Актибулаге, ты тоже акционерное общество Робертов каких-то. Тоже какие-нибудь тут это, да, фамильные, наверное. Ну да. Да. Ну да. А тут, видишь, верхушку из красного кирпича забацали. Похоже, она была. Она была разрушена, да, да. Она была вот такая вся. Кто-то их разбабахал. А вот, смотри, тоже какой-то домик такой. Да, интересно. Хозяин какой-нибудь богатый. Конечно, конечно. Видишь, по мостику можно сразу на второй этаж. Мостик убрал, и что-то не прошли. Ага. Да. Здесь закрыто уже, поздновато мы. Нет, наверное, открыто. Должно открыто? Быть нет. Открыто. Здесь дверь закрыта. Там центральный вход. Может, центральный оттуда, да. Такой неплохой, да? А вот эти что, такие чупачки? Ну, можно посидеть, пиво попить тут. Ага. Типа барный стоек. Да? Да. Вот главный вход приделать. Ну да. Я думаю, открыть, наверное. Ну, возможно.
Ой, сколько Германии, сколько мы по Германии. Короче, вот этот чувак с топором, да, это был великий военачальник, который оставил шведскую свободу, и в честь него памятное место вот это поставили в 1865 году король и народ. Так сказать, его тут это запечатлили вот таким вот крутым. Ну да, он, наверное, такой убийца был конкретный, теперь меч, у него топор голову рубил. Так мощно. А вот Ратхюс, скажи. Немецко-фашистский орел, но просто без свастики внизу. Нет. Да, точности? Нет. Ну, конечно, нет. Нет. Чисто. Это Гитлер переиначил у шведов. Посмотри. 514. Вот у них вот так вот, прямо такие ордена, и на кокардах вот такие вот. Нет, точности. А с чем бы это было связано? Зачем это? Ну, это символ, но орел всегда символ мужественности, там, защиты, ну, всего может, всякого. Может, это то, но только не с Гитлером. А у нас поесть ничего нету, да? Будут вот кожуру бананы. Не, это не будет. Они не такие дураки, как кожуру. У нас ничего нету. Нет, бананы бы они стали, мне кажется. Ну, банан, может быть, да. Нет, может для... быть. Вот, видишь, место для кормежки у них. Забросила. А вот эти канадские гуси, да? Да. Гуси или утки? Гуси. Канадские гуси. Которые летающие, ага. Угу. Они скотины жирные какие, сколько у них мяса. Яйца у них большие. Заловить, да? В два раза больше, чем куриные у них яйца. Конечно, они очень вкусные. Вкусные, да. Но почему-то никто их не продает. Хотя могли бы разводить, продавать яйца. Возвращаясь домой, заехали еще в тот городишко. Проезжали тут заводы Volvo. Основное производство Volvo. Сейчас проедем через него, хотя уже пора домой. Мне здесь довольно-таки интересно. Это тот канал. Именно он, вот такой ширины он должен быть. Потому что вот эти все городишки стоят на этих каналах. Вот его прорыли, мостов не было. И вот они на этих ладьях своих, вот так шурава. Видишь течение, смотри, видишь течение идет. Слышишь? Это говорит о том, что вот эти там шлюзы. Ну правильно, шлюзы там вот эти, видишь, какое течение сильное. А почему он дергается? Ну потому что мы стоим, он старинный мост, он уже ржавый весь. Видишь? Да ладно. Если попрыгать, он может обвалиться. Да, конечно. Чего, конечно. Катаемся по этому городишке, тут даже решил остановиться, столько интересных домиков. Знаешь, какой-то не шведский стиль. Интересно, интересно. Едем дальше. Пасхальные веточки. Да. С разноцветными перышками. Выезжаем мы. Это как, Чопинг назывался? Выезжаем, да? Чопинг. Чопинг. Хороший городишко, Чопинг. Много тут интересного. У них нету Че, это мы так, Чопинг. Так, куда ехать-то? По-русски. Что-то я заблудился. Мне кажется, туда, да. Е-18. Ну ладно, проедем здесь. Слушай, а вот там не вода, а что-то вдалеке, смотри, что это? Это не вода там или... Мираж. Или мираж. Так, сейчас даже поверну, посмотрю. Вода у нас, канал остался слева, а вот, справа. А вот тоже... это... А, тоже может вода здесь, да? Нет, это туда пешеходка. Ну, Лидл здесь точно, вон. Ну, Лидл-то... Так, Е-18 направо. Да. Что там, вода здесь нет? А вот я не поняла. Нет, здесь точно нет. А вот там вдалеке мираж был или вода? Мираж. Мираж? А, церковь и кладбище.
подключай, дальше пока будет прямая дорога. Нажала? Да. Красная лампочка горит.